Кабинет для людей с хронической сердечной недостаточностью был открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На прием можно попасть по направлению, а также самостоятельно. Специалисты кабинета подбирают для каждого пациента специальный курс лечения, который при необходимости можно корректировать. Создание этих кабинетов призвано, вот амбулаторных кабинетов по лечению больных с хронической сердечной недостаточностью, призвано улучшить качество медицинской помощи таким пациентам. Кабинет у нас создан в кардиологическом диспансере на базе нашей диспансерно-консультативной поликлиники. Это первый кабинет. В дальнейшем планируется нами создание этих кабинетов во всех первичных сосудистых центрах, там, где есть кардиологические отделения, где есть кардиологи. Это на территории области. Это Ряжск, Скопин, Сасово, Касимов. В этом кабинете пациенты получат информацию об особенностях заболевания, объеме физических нагрузок, диете и других важных составляющих, которые помогут в лечении. В наши задачи входит это устранение симптомов хронической сердечной недостаточности, улучшение прогноза, улучшение качества жизни. Качество жизни у таких пациентов страдает особенно. Каждый пациент, который приходит к нам в кабинет, получает дневник контроля артериального давления, в котором он прописывает цифры артериального давления, пульса. В следующую явку он уже приходит с этим дневником, и врач уже на основании этих данных может скорректировать, либо увеличить дозу лекарственного препарата, либо его уменьшить, либо, если он неэффективный, появились побочные эффекты, отменить данный лекарственный препарат. Постоянное наблюдение позволит своевременно направлять больного в стационар в случае ухудшения состояния его здоровья. Все это не даст возможность уже имеющейся болезни развиваться, предотвращать смертность от хронической сердечной недостаточности. Антонина Дмитриевна посетила сегодня новый кабинет и поделилась своими впечатлениями с нами. Ну, они, знаете что, жить заставляют такие кабинеты и вселяют веру в жизнь. Аналогичные кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью будут открыты также на базе межрайонных медицинских центров. Они будут работать не только для пациентов, но и для их родственников, которые должны знать о режиме больного, рекомендациях врача, контролировать их грамотное и четкое выполнение в домашних условиях. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».